определены лучшие педагоги среднего профессионального образования Карачаева-Черкесии. В республике завершился региональный этап всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Лауреатов поздравил глава Рашид Семрезов. За звание лучшего из лучших в течение 2 месяцев боролись 13 педагогов республики. Победителями конкурса стали Давлет Мамхиагов, Северокавказская государственная академия, Марина Идиева, колледж индустрии питания, туризма и сервиса, и Беслан Карасов, аграрный технологический колледж. Педагоги продемонстрировали не только высокий профессионализм и мастерство, но и самое важное в работе любого учителя и наставника – любовь, преданность и полную отдачу своему делу.